28 ноября в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР прошло заседание межведомственного штаба по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 годов. На повестку дня было вынесено два вопроса – о ходе отопительного сезона и о качестве работы диспетчерских служб в городах и районах ДНР по рассмотрению заявок граждан об аварийных ситуациях и функционированию сферы жилищно-коммунального хозяйства. Первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Виталий Кижаев сообщил, что часто граждане игнорируют обращения в первичные инстанции из-за того, что считают малоэффективными предпринимаемые меры реагирования коммунальных работников. Поэтому им приходится сразу обращаться в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР. С началом отопительного сезона у нас увеличилось количество обращений граждан в нашу диспетчерскую службу, электронные обращения, письменные обращения, ну и также обращения не только в диспетчерскую, но и, собственно говоря, в само министерство. Анализируя эти жалобы, мы, в общем-то, обратили внимание на то, что те жалобы, которые можно было бы разобрать на месте в городе, они почему-то не рассматриваются. И работа диспетчерских служб, ну, говоря вот таким словом, как отфутболивают людей, что это не от нас зависит, это не мы, вот обращайтесь куда хотите, обращайтесь в министерство. Поэтому для того, чтобы, в общем-то, оперативно реагировать на те обращения и жалобы людей, которые есть, мы сегодня вот сейчас и хотим рассмотреть этот вопрос. У нас есть анализ по обращениям, по жалобам. Там, где плохо выполняют те обращения людей, реагируют плохо на обращения людей. Поэтому будем разбираться с ним, с городами и районами. С начала отопительного сезона в Минстрой ДНР поступило более 1000 обращений от жителей республики по поводу неудовлетворительной работы диспетчерских служб ЖЭКа и управляющих компаний. Граждане жаловались на несвоевременное реагирование на аварии, игнорирование звонков или перенаправление обращений в Минстрой ДНР. В этой связи Виталий Кижаев поставил задачу всем управляющим компаниям городов и районов ДНР наладить работу диспетчерских служб. Проверка динамики решения проблемы запланирована на конец декабря 2019 года. Кроме этого, на заседании директор департамента жилищно-коммунального хозяйства ДНР Денис Чуприна рассказал о ходе отопительного сезона в республике. За текущий отопительный сезон зафиксировано 62 часа простой котельной из-за прекращения подачи газа, что связано с текущими работами газоснабжающей организации. С начала отопительного сезона на 45% снизились остановки котельных по причине порывов теплотрасс. Простой жилой домов по причине порывов распределения теплосетей в сравнении с аналогичным периодом прошлого отопительного сезона уменьшились на 32%. Но при этом хотелось бы отметить, что простой жилых домов по порывам внутренних систем теплоснабжения по порывам внутренних систем теплоснабжения растут. Если средний коэффициент простоя 1,26 часа на жилой дом среднереспубликанский, то в Новоазовском районе он составляет 20,3, в Зугрессе 13,3, в Дебальцево 6,52, в Тельманово 3,13, Кировское 2,4, Амросевский район 2,27, Макеевка 2,04, Ясиновато 1,4. Хотелось бы обратить внимание руководителей городов на данную ситуацию. Анастасия Ковалева, Евгений Полянский, Новороссия ТВ.